Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Капи, и сегодня я вам покажу, где находятся все тыквы. Ну, то есть, я вам покажу, на конкретном уровне будет, на каком-то уровне, на каком-то месте и все такое. Так что, ребят, не удивляйтесь, что выйдет второй ролик, точно такой же, но на английском языке, потому что... Я, наверное, начну некоторые ролики делать на английском языке, когда популярно на комьюнити английского языка других. Так что, ладно, давайте начнем. Первая тыква у нас находится в цветущем холме. Сейчас я вам покажу, где она подробно находится, чтобы весь уровень не перепроходить. Так, и это место сюда вот залезаем. Надеюсь, вы поймете, где это, потому что... Я не считаю, вот, у меня уже зажопанутая, или как-то вот это вот говорите. Короче, она у меня зажжена, тыква уже. Она находится уже вот здесь. Это самая легкая, наверное. Ну, из легких. Ладно, перейдем к следующей тыкве. Следующая тыква у нас находится на уровне пчелиной улей. Ну, на следующем уровне. Ребят, я вам рекомендую, чтобы побыстрее это пройти. Берем Рикса, убираем Пэта и вот так вот делаем. И я вам сейчас покажу, где она находится. Опять повторяюсь. Так, и вот здесь, вот когда мы спускаемся от пауков, тут вот и находится наша тыква. Она опять зажегнута, потому что я нетерпеливая жопа, все зажигаю. Итак, перейдем к следующей тыкве. Следующая тыква у нас находится в лесной крепости. Так что я сейчас вам покажу. Кстати, берем вот котика. Я не помню, как зовут. Я помню Паскаль, вот этого котика я вообще забыла. Ладно, заходим вот сюда, это секретный, так сказать, уровень. У меня вот этот вот каменщик есть, так что мне без трудом его открыть. Он у меня опять зажжен, так что сейчас перейдем к следующей тыковке. Следующая тыква находится у нас на уровне руины храма. Вот здесь вот я точно не знаю, где нахожусь, так что придется перепроходить. Если что, для вас это пройдет несколько секунд, а для меня усердный поиск. Итак, вот берем этого котика, и вот здесь вот у нас находится вот эта вот замечательная тыковка. Да, как же пришлось это велосипеда искать через лаги. Ну ладно, перейдем к следующей тыковке. Следующая тыква у нас находится в Мир 2 Портабелло. Портабелло, Портабелло. Наверное, частично знаменитый уровень, потому что тут можно продавать рыбу. Ладно, сейчас я вам покажу, где находится вот эта тыковка. Вот, если что, забираемся на второй этаж, не вниз, потому что я вот подумала, что может кто-то из новичков подумает, что куда надо идти потом. Ладно, вот сюда вот надо, короче. Идем вот так вот. И останавливаемся на вот этом, вот этом домике. И тут у нас будет шеф-повар. Ой, какой шеф-повар. Вот, и у нас тут тыковка. И да, вот за дедушку он тяжело болен. Ему он даже аж конфеты подготовил дом Хэллоуину. Давай, дедушка, переживи это все. Ладно, и мы опять же переходим к следующей тыковке. Следующая тыква у нас находится в самом последнем уровне. Ну, пока. Это Ледяная крепость. Мир 2, босс. Вот здесь, когда мы идем к секретному боссу. Вот наша секретная тыква, потом и зажигаем. И.
Это последняя тыква, и идем к Али. Так, проходим еще раз. Видно, я чего-то не догоняю. Оли, что с тобой? Ладно. Может, у меня какой-то баг. Просто, наверное, вознесли несколько локаций. Но это, по крайней мере, 6 я вам показал. Так что 4 вы, так как квест, найдете сами. Если это самые сложные, я постараюсь перескачать игру. Может, тогда у меня покажется. Если уже нет, тогда я не хочу ресетить весь аккаунт тут. Так что это практически все. Сегодня я вам показала тыквы. Так что спасибо за просмотр и всем пока.